Я думаю, вы уже поняли, что у нас за карта, дорогие друзья, колесо фортуны, поехали, без скиллов, либо без автоатаки. Что же у нас выпадет? Очень классно, интересно. Я хотел бы, наверное, все-таки без автоатаки. Нафиг эту автоатаку. А Я или сейчас смотрю наоборот, на без скиллов. колесо и просто Алекс цвета одобряю. У нас Я без хочу ее. автоатаки, дорогие друзья. Вот, а теперь переносимся на другое колесо. Чао. Да кому Всем еще раз как. привет, продолжаем. У нас может быть без креста, без сапога, либо рандом герой. Рандом герой, конечно, самое тут, наверное, будет наилучшее для нас. Пика вторая, пика вторая. Что же выпадет во второй пике? У нас будет без сапога, как в прошлый раз, дорогие друзья. Это не прошлый ли у нас пик был? Реально. Понятно. Мне кажется, возможно, это тот же Герои самый буфы. был набор пик, дорогие друзья. Можете написать в комментариях, так это или нет. Ну а мы начинаем. Так, я хочу взять... Зулабара. Я теперь Зулабара. Убить. Почему я охотник за головами с луком? Это что за приколы? Ты разновид Катибара? Я Зулабара. Случайная способность. Берем сразу все случайные способности, дорогие друзья. С вами Алекс Бонд, рандом босс Раш. Надеюсь, вы уже видели наш выбор пик. Он абсолютно не отличается от прошлого. Тут, кстати, что-то раньше было, что-то золото нет. Сапог нам брать нельзя, я напоминаю. Тут, короче, какая-то штука на инком была вроде. На инком вроде я как... астрал изгоняю, люди. Какой астрал? Автоатаками бить запрещено, я напоминаю. Никто не бьет автоатаками. У нас охотник... есть хилер, получается. Ой, дядя. Метка охотника при атаке. Герой накладывает на цель метку охотника, который снижает цель атаку, защиту на 5 и атаку на 20%. Офигенно, ребят, я полезный. Меня... Я полезный. Может, будете бить его? Давай. У него нет атакующих скиллов. Нет, нет, нет скиллов. Вот стрим, молния какая есть. А это, кстати, все. У меня больше ничего нет. У меня маны ноль. Постоянно чтобы не атаковать, постоянно просто нажимайте бег. Надо было брать интеллект, я кое-что понял. Так и сделаю. А я вот думаю, а чё вы интеллект не взяли? У нас только два умных человека. Кидайте у меня ману, кидайте у меня ману, я буду бить его этим дыханием. Потому что я это как, что... как какую ману? Зачем тебе ману? Я цей, банки с маной. Потому что мы их не убьем. Со мной в голос находится пионер Катибара и Тунат вообще. Так и сделаю. Вроде а, погоди. Ладно. Я взял игру, я полезный. Ну погоди, стой, а призыва можно бить? А зачем я взял? Да. Ну, кто призыва можно. Автоатаки запрещены героям. А, ну веди войско свое. Или нет, подожди, автоатака, автоатака вообще вся аж под запретом, по идее. Мы смеем. Нет, тогда. По сути, суммон это не автоатака. Ну нет, суммон это не автоатака. Не-не-не. Ну, ребятушки, вы, конечно, рассудите нас в комментариях, но я думаю, пока что мы возьмем, что суммон есть суммон. Ну, в прошлый раз мы так делали. Супер глюк. Что-то слабый босс не чувствуется. Тюка. Его не бьешь, дайте ману. Сделаю. Ну на те маны запарил. Свою уже потратил. Уже и хп потратил. Да, потому что я бью, может, единственный, кто бьет. Ты руина, ты врешь. У меня изгонание в астрал. Ну смотри, у меня урона. Ладно, у меня по трем противникам явно слабее будет, чем те. Чего? У нас суперглюк сейчас умрет. Крест терять не хочется. Танк, танкисты наш. О! А, нет, сейчас минус жизнь будет. Нет, не будет. Можно призыв можно бить, я думаю, потому что это немножко не то. Призыв выходит имба. Нам главное первый босс пройти, а потом это. У нас, кстати, 1,5 минуты осталось до внезапной смерти. Давай ты как-то убьешь его. Скиньте ему всю ману. Вот. О, у меня сработало. Рамштейн, скинь Катибаре ману. А, вон войска трал вызывает. Ну, трал... А это у тебя чисто ну, трал вызывает, что ли? Он... Веди войска в бой. Он имба получается? Наверное. О, реально, войска вообще мощные. Так, сразу скиллы, 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 скиллы. Я тут бесполезно уже в этой игре, тут понятно. Мимо на щит выпал. Ладно. Тут как бы уже все понятно. Так, мана. Что-то что собирается. У меня замедление и проклятие. Без ботинков, так? Я полезный, да? Да. Да-да. Да-да. Тут, кстати, можно обменять. Приносит владельцу одну награду. Вот. Я взял еще одну награду. Что прикажете? Надо было хилки продавать и брать все награды. Я вспомнил, парни, я вспомнил. Кого убить? Крест продать и взять больше наград. Все правильно. Оп-оп-оп. Успел? Нет, не успел. Успел. Я прям на арене взял. Только у меня интеллекта ноль. А? Все так же. Невидимый. Это хорошо.
Он за мной. Он нас, он один, да, один. Я могу в жабу превратить. О, у меня есть медведь призывной, офигенно. У нас два медведя. Ой, ой, героям главное не бить. Мой медведь танкует, парни, медведь танкует, не танкует больше медведь. Мне кажется, Финкик, у тебя именно трал призывает их, или это у тебя выпал такой скилл на них? Да, это трал, да, я вижу, это у него трал скилл выпадает. Куда пойдем? Ну типа это траловский. Да, я вижу, что стрим упал. Такое бывает. Кто такой Алекс атакует? Он меня сам атаковал, у меня он стоял. А, нет, нельзя слишком близко стоять, я понял. О, стрим должен сейчас остановиться, У меня что-то непонятно сегодня, битрейт, он резко падает, резко поднимается. А чем, будем убивать его, не? Слабаки. Все, что пожелаете. А тут можно скилл иметь? Я что-то вообще не помню, как здесь играть. Нам порекомендовали эту карту, ну типа, как порекомендовали? Показали тот видос, и мы захотели еще раз сходить. Ссылочка на тот видос, возможно, будет в описании. Так, меня... Вы кто-нибудь его будете бить, нет? Конечно, мы его бьем морально. Кого там силы и благодать, это ж... А, у меня... Хатьфу, ты бесполезный. Хатьфу. У меня безумие, ловкий, этот, пьяный мастер и ауру выносливости. О, суперглюк вообще руин. Стукнул, все видели, все видели. И минус жизнь, минус крест. Крест 200 маней, кстати, стоил, что? Я подпалил. Держу в курсе. Безумие вообще не нужно. Крест 200 монет стоит, парни. Что прикажете? Мне аватара выпало. Так, я беру деньги. О! Беру себе что-то на интеллект. А что тут все такое дорогое? Подождите. Амулет маны, парни, амулет маны, имба, он дает 250. Маска Соби, амулет маны, вот все, я понял. Я что, пионер? Мантию ученого прокачу. Посмотри, вот что мне последнее там выпало. Ну, медведь. Разрывный удар, но с противником. У меня герой сам по себе такой, ты о чем? Я вообще руин. О, банши. Ой, она, кстати, опасная, по идее. Парни, рев, оп. Медведь. Сначала пореветь, потом взять медведя. Я считаю, я самый лучший. Кто считает так же, хэштег в комментариях лучший. Так, может, я пока все герои буду собирать, мне как бы все равно, парни. Зато у меня будет много призывов. Правильно? Правильно. Ну как призывов много? Очень много. Вы смотрите, не умрите. Генерация маны выросла очень сильно. У кого? У нас аура мага есть. Вот. О, это вообще красавчик, кто-то вообще молодец. Аура мага, вот прям желательно тебе качаться. А чё у нас всего один босс, я прикол не понимаю. А чё тебе тут надо делать? Ладно. Это суперглюк раздает. Я, кстати, если умру, я умру с концами, я без креста. Я лучше не буду вообще подходить к ней. Так и сделаю. Ну ее нафиг. Не, у меня уже, кстати, есть план на эту карту, поэтому давайте набираем побольше комментариев, дорогие друзья, и мы продолжим играть в нее с пиками. Главное, в следующий раз в такой ситуации брать не ловкача. То есть ловкача надо брать, это когда получается с автоатаками, ловкачей и получается силовиков. А в данной ситуации надо было, наоборот, брать интеллекта чисто. Вы что-то... Мы будем, нет, вообще убивать? Ну, бля. Она хиляется. Она ей дамажа. Ну, а призыв, что у нас с призывом? Трал может вызвать. Вот, трал вызывает. Я тоже вызываю, значит. И кричу. А еще ее в жабу. Это что она? А что-то ненадолго жабы. Бейте. Хатьфу жаба. Бейте. Играем без автоатаки. Бейте. А суперглюк? Гук. Перст смерти выпал, вот тогда нормально. Давайте все поближе к суперглюку, чтобы получать хотя бы какой-то баф. Ладно. От мана, а то он... Я вот стою подальше, чтобы не умереть, как кто-то руина 200 монет мог получить вместо этого. Да у меня нет хп уже, типа я ходил просто получил. Так ты нет, ты мог продать крест и 200 монет за него получить. А вулкан такой медленный, такой мало... Все, что подвижный. Че у нас Рамштейн такой жесткий?
куда пойдем? 700 хп, обалдеть. А, ну и Гонгадул тоже такой. Обратка имба. Обратка здесь самая нужная, я бы сказал. Какую-нибудь танку. А можно заблочить как-нибудь скиллы? Так и сделаю. Плань заблочить. Так и сделаю. Не заблочить, а заблочить. У меня все на атаку. А фиг знает. Самому интересно. Ну все, мы ее убили. О, это, кстати, тоже прикольный шняк. Она очень долгая, рада, что она прикольная. Изучить или улучшить способности? Фигня. Фигня. Книга опыта, книга силы, медицинский, книга силы, книга знаний. Не, фиг знает, кто надо. Фиг знает. Кого убить? Золото, золото. Так, золото, золото, маска Соби. Все, маска Соби есть, прекрасно. Надо предметы какие-то собирать, тут они вообще жесткие. Герои, так, увеличит скорость атаки, увеличит броню. Обеспечивает бонус к ловкости, к интеллекту, дает шанс избежать удара. Что прикажете? Так, мне кажется, их сейчас будет больше, парни, так что аккуратнее. А, их уже много, да, я понял. Все, призываем? А какой из них настоящий? Я их вообще не дамажу. Все, что вы желаете. Еще бы найти из них настоящего, вообще было бы кайфово. Вот он. О, я грейжу войска. Вот он, вот он. Вот он, самый последний, рядом с синим этим. Снизу самый? Нет, самый верхний. Самый верхний. Самый верхний? Не умирайте, главное. Особенно без крестов. Так, главное бегать рядом с этим. С супиглюком. С грейдом на ауру, вообще кайфово. Умирать нельзя. Вот там хил есть, хиляйте. Я буду кастовать. Кто знает, какой из них он? Я вижу. Какой? У которого мало было намазан. Самый мало было намазан. А, наоборот, сам фол, что ли? Да, да, да. Так и сделаю. Очень жаль, что поздно сказали. Сейчас я, у меня аватара будет. Так, нельзя бить, нельзя бить, нельзя бить. Помним, нельзя бить. Сделаю. Все, что на. Ну, я, такие... я тоже багуюсь, Вась. Да. А ты что такой здоровый селёдка? Это он, Най. Так и сделаем. Такой баг. За Космодан. Куда пойдем? Нет. Отходи. Най, когда не Космодан, она все время в пропасть уходит. Не знаю, почему. Ушел в пропасть, нормальная тема. Ну, у тебя она видоизменённая, как минимум. А, да, тут у всех такая. А, нет, слушай, у нее скелет другой, не, у нее другой скелет, у нее нестандартный скелет. У нее руки изменены. Так, рок извне? Так, сейчас добьем, парни, добьем. Всё, оп. Я качать, ну... Руина. Ну, золото скинешь. Могу. Скидывай. Чё, нет? Просто меня уже скидывал. Ого, ты скидываешь. Кого? Богатый, что ли? Серьезно. О, у меня сетка второго уровня и замедление второго уровня, парни, я полезный. Да-да. И все характеристики. Вот это, кстати, по идее тоже прикольно. Добавляет 35 бонусного урона к атаке, да. Бонус 20 скорости. О, вот этот божественный посох, кстати, прикольная шняга, но пока мы на него будем копить, мы уже умрем 10 раз. Маска Соби. Надо было, да, это зелье собирать и возрождение. Куда пойдем? А как он делается, эликсир возрождения? Чуть не помню. Эликсир маны, целебное зелье, зелье вампиризма. Блин, а я их продал. А у нас ПВП? Все, что пожелаете. Нет. У нас ПВП. А, да? Ладно. Мне кажется, тут команде. Автоатаку нельзя, нет, нельзя, это я нечаянно стукнул. Это будет вечная битва. Там у всех медведи вкачаны, у меня такой мишка просто первого уровня. Второго. Так. Я нечаянно. Все, что пожелаете. Ладно. Надо кого-то помочь добить. У меня сетка второго уровня, ты бежишь не затем, подожди. А, сетка, кстати, мало не тратит, ля, прикол. Ешка. Так, надо брать, бить трала. Опять трал у нас самый жесткий. Я понял вас. Что хочешь? Все, что пожелаете. Но все равно бить нельзя. Финкик. Я добил трала, а у него выпал крест. Все, что пожелаете. Что за прикол? Ну, мы сейчас друг друга бьем, у него крест я слил ему. Все, что пожелаете. Нормальная тема. Ладно.
Она сразу крест. Не-не. Типа сливать здесь крест, честно говоря, очень жалко было. Все, что пожелаю. Ты его не сливаешь, это просто. Ну, в смысле, я ему только что крест слил. А он вернется. Вернется, думаешь? Да. Он обещал вернуться. Меня хотят убить. А зачем я медведем управлял, ё-моё? Он вернулся. Нет! Медведь, зараза. Ты на там ходил своими стрелами. Тоже лавкач? Гений на ловкаче. Понятно. Так. Какой-то медведи качаются. А я вот себе вещей набрал, у меня куча маны. Боссов килил финки, кстати, двух. Да не, живи. А, ну финкик на траль, да ладно. И Эбрид Хилл, ну-ка. Эбрид Хилл у нас вообще капитан пиратов, тоже силовик. У нас, как я понимаю, 4 силовика было. 2 ловкача я уже нашел, 2 интеллекта. Сколько у нас вообще? 8, а, ну да. 4 силовика, 2 ловкача и 2 интеллекта. Вывод, сколько у нас умных в игре? 2. Надо было... Там точно лич есть, я им играл, я помню. То есть такое. Пионер, у тебя дублируются неприятные звуки. Кстати, убить Финкика одно из самых разумных мышлений. У него хп падает от чумы. Кто у вас чумуной такой? Вопрос. А, Пуджик у нас с чумой бегает, кстати. Он всех, он заражает вас. Пуджик. Гангаду. Имейте равновесие между героями. Не стоит всем брать танков или хилеров. Да-да, у нас есть силовики. Половина команды просто. Сам маны нет. У меня есть дамажащие скиллы. У меня маны не хватает. Туната жизни нет теперь. У меня нету креста. Надо носить, в принципе. Ой-ой-ой, Эбрид Хилл вообще лол хпшн. 13 секунд, парни. Давай-давай, медведь, Рамштейн. Все. А, у него крест. Ну ладно. Финкика добили? Да ты чё? Самый жесткий. Это он отдался. Медведи зарешали. Так, что у нас? Что прикажете? Не, ничего. Так, Рамштейн победитель. Интересно. 1000 голды на халяву, неплохо. Так. Куда пойдем? Чем могу помочь? Надо сделать вот это вот секретное зелье, не зелье, вот оно, эликсир возрождения. Убить. Мантия ученая. Сфера мощи. Что за сфера мощи? Ну-ка. Амулет защиты. Сфера мощи. Ага, мощная вещь. Кушает ману на 800, увеличит регенерацию ману на 150%. Я понял, что я хочу. Так, пошли сражаться. У нас Пуджик. И не только Пуджик уже, парни, нормальная тема. Так и сделаю. Давайте на одного, давайте вот на дальника на это, потому что он элементы вызывает, он будет самый неприятный. Я сейчас отойду не выйду. Мне кажется, его надо убить в первую очередь. Ладно. Пионера? Да при чем тут пионер? Все, что вот этого паразита, где у нас, вот он. Так и сделаю. По молнии. Проходи лягушечкой. Так и сделаем. Бить мы с ручки пока все равно не можем. На пол лица мы ему снесли. Ой, он что-то сносит, кстати, больно лицо. Очень больно лицо сносится. Нет, 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 тунак. Умер с концом, красавчик. Супер глюк. Не было. В смысле? От всех должна быть польза. Угу.
Вот супер глюка, это вот сам вот сжат, самое обидное, что он умер. Выдавал нам ауру. А чё они сломались? Да чума фигня, аура была полезней. Причем куда полезней. Я он с тремя масками Соби не настолько хилюсь, как с твоей аурой. Ты маски Соби купил? Да. Думаешь, я просто так? Шаказан, охотник за головами, ловкач. Нет, я самый умный. Видно, что ты самый умный. Что прикажете, так и сделаю. У тебя там маска за маской и маской, блин. Все, что пожелаете. Давай, атакуй. Куда так перейдем, это уже надо так. А че у нас кто-то умер, слабый? Так еще один. Сделаю. Это пионер, блин. Понятно. Че, направление никому не дал? Все, что пожелаете. Ну давайте, 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 парни. Сейчас я, оп, добиваю. Нет, не добил, парни. 4 хп, 4 хп, 4 хп, добейте кто-нибудь. Добейте его кто-нибудь. 4 хп, нет, я сейчас умру, нет! Там найдет пуч, парни, парни. Парни, ты что делаешь? У, Рамштейн руина, понятно все. Взял, застопил. Взял, застопил меня. Этот... Синий руина. Он взял и после решил его атаковать, вот этого красного, где 4 хп осталось. А потом он включил маносит тупо из-за этого. Понятно. Так. А мы наблюдаем, как Рамштайн убегает, охотно убегает. Рамштайн пытается что-то сказать, но что-то Пудзу его догоняет и его убивают. Да. Но у Рамштайна есть крест. Финкика, финкика, последняя слава, жизнь. Слава, сейчас просто... Слава, вот этот тесак... Мясника столько смертей познал. Панк. А, ну и крюк, в принципе, тоже. Так, у нас остался Эптрихил и Рамштайн на поле. Что же они будут делать? Чернокнижник, у которого 200 хп. Кстати, они немного ломаются почему-то. О, минус. Под плотью загнал Эптрихил. Отличная тактика. Они мясника не убьют. Ну да. Чем там Рамштайн хилится? Смотри, что он делает. Он чё, бьет дерево. Он деревья ест или чё? Да, он дерево бьет и с помощью вампиризма. Подожди, а автоатака разрешена? Нет. Так он деревья через автоатаку бьет. Рамштейн. Нет? Я не знаю, у него какая-то непонятная автоатака. Это не так похоже на автоатаку. Вампирик, он должен... Смотри, смотри, он сам себя наносит урон. Это не то. Чего? Я не знаю, что это за скилл такой. Дай управление. А, там минус еще один. А че он, от чего умер? Нет, или от старости? Нет, нет, а, нет, там внезапная смерть. Да. Он просто это, бил деревья, хилился. Сейчас тебе внезапная смерть идет. Он пытается понял? Еще раз бить. Что ж, дорогие друзья, на этом данный видосик подходит к концу. С вами были Бонд, Тунат, Пионер и Катибара. Всем удачи и всем пока. Всем пока.